В Видновской школе номер 11 состоялся муниципальный форум «Управдом». Как обычно, в нем приняли участие представители администрации города и района, председатели советов многоквартирных домов, сотрудники управляющих компаний и жители. Очень много новостроек, много новых жителей, много проблем. Вот чтобы жители были в курсе, какие общественные организации есть у нас в городе, как им кто что помогать будет. Непосредственно участие принимает ассоциация, привлечь их к сотрудничеству. Поэтому мы приняли такое решение совместно с администрацией и в этом году начать с нового микрорайона. Как правило, форум «Управдом» проводится один раз в квартал в разных частях района, чтобы охватить как можно больше проблем муниципалитета. В формате «Вопрос-ответ» жители могли поднять интересующие их темы управления многоквартирными домами. Здесь основные вопросы, вы все о них слышали, это, конечно же, электроснабжение, это водоотведение, водоснабжение, наверное, таких три главных кита, которые мы обязательно будем решать и на сегодняшний день решаем. Так совпало, что форум проходил после недавних событий, когда жители нескольких ближайших микрорайонов остались без воды и электричества из-за аварии на системе электроснабжения. Силами администрации района в срочном порядке были приняты меры по устранению последствий. Однако у населения остались вопросы по действиям эксплуатирующей компании «Вертикаль», которая оказалась не в состоянии оперативно реагировать на чрезвычайные обстоятельства. Неравнодушные граждане составили петицию на имя главы района с просьбой поменять данную эксплуатирующую компанию на МОЗ «Облэнерго». Нам выводы сделаны, здесь мы также подписываемся за этой петицией и будем ставить вопрос, в том числе совместно с правительством Московской области, что на территории Ленинского района должны быть добросовестные поставщики всех ресурсов. Среди других вопросов – жалобы от жителей Южного Видного на отсутствие пожарных рукавов в подъездах домов. К ответу призвали представителя управляющей компании. Пожарная сигнализация системы Ленинского района сработает. С пожарными рукавами действительно есть такая проблема. Сейчас принято решение, что мы закупим, отмонтируем все дома. Жителям было обещано, что сделано это будет до конца мая. Форум продолжался дольше двух заявленных в регламенте часов. Поднимались темы ремонта, благоустройства и перспектив подключения к центральной канализации. Все вопросы были поставлены на контроль сотрудниками администрации. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.